Дорогі мої підписчики і підписчиці, це я, блогер Михайло. Я отця, сина і святого духа. Виходи. А, блядь. То сонцу подобені з собою за... І Льоха же такой же, а Льоха не, пусть Льоха хуйся ще. Раз, два, три, смотри, смотри, за мной, смотри, смотри за мной. Хуйню какую-то, блядь. Построил нахуй и радуется, блядь. На холме какой-то кусок говна. Сука. Как такое говнище-то можно, блядь, строить нахуй? В общем, лесу. Ужас, блядь. Не, ну ты посмотри на это, а. Просто. Никакой дизайнерской мысли нахуй нет. Просто поставил свою корявую хибару, блядь, на холме. Фу. Даже, блядь, даже ссать туда не хотелось. They see me rolling. They hate. Кстати, те, кто говорят, что женщины — это слабый пол, вы уверены вообще в этом утверждении? Вот почему женщины живут дольше мужчин. Потому что они могут валить нам пизду. Ну и потому что мужики творят вот такие вещи. Вообще, вот Аманда реально женщина мечты, а не ваши там кардашьяны. Пока ты натворил хрень и отряхиваешь свой костюмчик, твоя жена решает за тебя проблемы. Просит прокатиться на твоем мотоцикле и говорит, что умеет. Также он через минуту. И чуваки в фургоне такие. Привет. Привет. А ты веришь в чудеса? Не верю. А хочешь, я тебе обратно это докажу? Ну давай. Смотри, вот если ты меня сейчас поцелуешь, то у тебя в кармане появится 5000. Ну давай. Давай, целуй. Смотри, смотри. И где? Такая большая, все сказки верит. إلي البطاطات شو طيبين حط لي كاتشب شوي عمون وعرو كده Я хочу стать таблеткой, чтобы оказаться в твоем рту. Ой, Коля, я уже предчувствую, что эту таблетку я во рту не почувствую. Слушайте, ребята явно не русскоговорящие, но какого хрена в этот момент я отчетливо слышу фразу? Мне кажется, в критических ситуациях у всех геймеров включается русский язык, потому что так проще перенести невзгоды. Странно, почему не польский, потому что поляки вообще все переносят на ура. Ее переношу из рук. Все, фляги нет, все, я въебал нахуй все. Еще и намочился. Почему альт... Долбоебина! Тебе, братишка, не Макдональдс. Это хуй-ресторан. Хуй-ресторан, братуха. Хуй-ресторан. Я его все ебал. Как стреляет твой револьвер? Как стреляет револьвер противника?
Про глаза. Я чувствую подвох. Закрой глаза. Высунь язык. Возьми в руку соломку. И начни сыпать себе соль на язык. Он ее поцеловал, вы видели? Он ее поцеловал, он ее чмокнул. А в жизни вообще, наверное, чпокнул. Блин, что я несу, сука, ебанат, блядь, без тактичности. Чмок, блядь. Хитман. Запускаем. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука. Блять, он ебаный волшебник, волшебника, блять, попали! Росли, росли, ты лишь останется теплая печать. Я подержусь, а то я кататься не умею. Да я тоже.